В составе ответной делегации – члены правительства Республики Мордовия, руководство промышленных предприятий, представители бизнеса. Мы приехали в большом составе. У нас группа по промышленности, группа по сельскому хозяйству, группа по жилищно-коммунальному хозяйству, группа по административному направлению, и каждая группа по строительству, и каждая отдельная группа у нас занимается и имеет свой, соответственно, план действий, свою программу. Исходя из этого, больше 70 человек приехало сегодня из Республики Мордовия. Объем сотрудничества двух субъектов федерации продолжает расти. В сравнении с прошлым годом товарооборот между соседями увеличился в 6 раз. Большое количество контрактов у нас сейчас уже идет работа между нашими промышленными предприятиями и предприятиями Республики Мордовия. Идут взаимные отгрузки, как Артем Алексеевич уже сказал, товарооборот этот растет. Точек соприкосновения у регионов множество. Самое главное – это не только сельхознаправление, это направление по автокомпонентной базе. Те предприятия, которые мы сегодня посещаем или будем встречаться, они выбраны совершенно не случайно. Одной из главных отраслей сотрудничества двух регионов может стать автомобилестроение. В частности, вот эти автобусы «СИМАЗ», производство которых тоже расположено в Ульяновской области. Для делегации организовали экскурсию по ведущим предприятиям этой отрасли. Показали то, что может заинтересовать наших соседей – спецтехнику, автобусы, автомобили повышенной проходимости. 388 приказ, все основное есть – дефибриллятор, кардиограф, аппарат ИВЛ, кислородные баллоны, ПНЧ, приемный карток. Глава республики на автозаводе оценил возможности наших УАЗов. Внедорожник прошел тест-драйв на площадке. Импортозамещение – основа межрегиональной кооперации. Производственный вояж поможет выстроить новые логистические цепочки. Отечественная продукция заполнит образовавшиеся ниши. Мы продолжаем развитие этой цепочки, видим новую номенклатуру, видим новые потребности. Здесь такое движение во встречном направлении, то, что и коллеги, и мы помогаем друг другу заместить те позиции, по которым возникли в последний период определенные сложности. Есть взаимный интерес и в других сферах. В числе перспективных направлений для экономического сотрудничества регионов культура и туризм. Достаточно туриста заманить, пригласить в Ульяновскую область или в Мордовию, и все, он оказался в нашем районе, с ним надо работать. Взаимная выгода – главный критерий, и у соседей есть, что предложить взамен. Большой кластер светотехнической продукции, здесь мы можем предложить широкую линейку продукции. Это и, как пример привести, это рециркуляторы для машин скорой помощи. Здесь мы, наверное, одни из лидеров Российской Федерации по производству рециркуляторов. Отдельная номенклатура – это кабельная промышленность республики, химические изделия, резинотехнические изделия. То есть номенклатура достаточно широкая по разным отраслям. Результатом встречи станет подписание ряда соглашений между предприятиями, а также составление плана работы по расширению направлений сотрудничества на 2023 и 2024 годы. Антон Кузьмин, Максим Архипов, репортер 73.